Доброе утро! Всем нам в детстве что-то запрещали. Только потом, со временем, мы понимали, что это забота. Давайте посекретничаем с юными минчанами. Что им запрещают родители, чтобы они оставались в безопасности? Все, мама ушла, можно рассказывать. Они мне запрещают прыгать дома. На улице собирать камни и листики. Курить. Пить алкоголь. Не садиться в чужие машины. Много есть конфет. У меня могут зубы поломаться. Ага. У меня вот такие уже в зубах. Не трогайте уличных животных. Какую-нибудь собачку, котика погладить. Нет, нельзя. Да. Ну, мы воздерживаемся от чипсов таких вот вредных. Очень хочется, но думаем про будущее. Не открывай чужим дверь, а то меня может убить так. Мне не разрешают лазить на подоконник с открытым окном. А мама мне запрещает разбрасывать больше игрушек в комнате. Она, если я их не уберу, то она в мусорку, как зайца. Родители вам подписывают контракт, что вы по тому-то пути будете ходить в школу, а вы ходите не по тому. Мультики где? Мультики смотреть запрещают? Да. Меня не пугают ни волны, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете. Вов, давай ты. Вова! Тебя снимают вообще-то. Куда-то ездить одним и чтобы родителям не сказать. А еще нельзя ходить одним без спроса. Играть и много в телефоне. Баловаться разрешают? Мам, нет, запрещают. А так и хочется? Учиться. Ложиться поздно спать. Тыркать конфеты. Не делать уроки. А мне не разрешают гулять. Но я уже ходила, пробовала, за мной бабушка следила моя. Стрелялки всякие. Потому что они, наверное, страшные, да. Жуткие. У нас самое запретное правило – это не ставить стаканы на стол на край, чтобы не развернуть. Когда папа говорит делать мне уроки, я, наоборот, иду и смотрю телек. Мама разрешает все. Мама, мамочка. Так, папа этого не слышал. На этом моя смена окончена. Берегите своих родных и берегитесь сами. До встречи на улицах Минска.